Компания «Кассинг» внедряет цифровые инструменты. Уже сейчас на предприятиях флагмана цветной металлургии происходит переход к программе индустрии 4.0. Кроме того, специалисты в буквальном смысле оцифровывают многолетний опыт работы промышленного гиганта, благодаря чему станет возможно внедрение, например, такой программы, как система принятия объективных производственных решений. Антон Сергенко расскажет подробнее. Менеджер по бизнес-трансформации Максим Гайфулин работает в компании «Кассинг» уже 15 лет. За эти годы металлургический гигант существенно обновил производственные мощности. Но то, что здесь запланировали сейчас, поражает даже опытного специалиста. Ведь цифровизация позволит автоматизировать работу с производственными записями, которых только за год поступает 940 миллиардов. Эффект более 200 миллиардов тенге. За счет более точных планов, соответственно, более качественной организации работ по реализации этих планов, оптимизация логистических цепочек, минимизация складских запасов, повышение производительности практически по всем бизнес-процессам, которые в охвате вот этих проектов цифровизации. Гордость компании – запущенная лично Нурсултаном Назарбаевым инновационная система «Петрам». Это разветвленная информационная сеть, которая обеспечивает управление Малеевским рудником в режиме онлайн, создает более безопасные условия работы персонала и повышает производительность труда. Естественно, компания «Кассинг», как один из флагманов цветной металлургии на нашей стране, уже давно применяет элементы цифровизации, элементы индустрии 4.0. И сейчас у нас в рамках дорожной карты сформулировано целых 7 задач в рамках цифровизации, которые мы будем успешно реализовывать. А это внедрение единой интегрированной информационной системы, интеллектуальной системы принятия объективных производственных решений, строительство высокотехнологичной фабрики. Общий объем инвестиций компании в проекты цифровизации – 112 миллиардов тенге. Антон Сергеенко и Кирилл Ефремов, Информбюро, Усть-Каменогорск.